В 48-й школе Белгорода открыт музей инспекции безопасности дорожного движения. Он создан в рамках проекта «Дорога безопасности». Около 300 предметов, фотографий, документов, как оригиналов, так и копий, собрали школьники вместе с преподавателями и родителями. На открытии музея побывала наша съемочная группа. Историю ГИБДД совместно с гостями мероприятия изучила Диана Калединова. Ура! Учащиеся кадетского 6-го Б-класса провели экскурсию для гостей. Самый первый стенд посвящен неподкупному инспектору ДПС Павлу Гречихину, который служил в полиции более 35 лет. Однажды он выписал штраф сыну за неправильную парковку. Госавтоинспекция региона ведет свою историю с 1936 года. Большинство музейных экспонатов – это фотографии и копии документов ранее работавших полиции сотрудников. В подарок от нынешнего начальника областной ГИБДД Николая Смолякова школа получила статуэтку легендарного милиционера Гречихина. Отдельные экспозиции посвящены руководителям ведомства в разные годы. Собранные данные станут хорошим материалом в изучении истории регионального управления ГИБДД. Мы будем проводить экскурсии для младших школьников и пояснять им о известных людях белгородчины, чем они прославились. Благодаря вот такой увлеченной, слаженной работе учителей, родителей, детей, руководства школы, ветеранов, к которым мы обращались, очень любезно нам представляли фотографии, документы, мы смогли создать такую экспозицию. Планируем мы здесь проводить музейные уроки, конкурсы, встречи с интересными людьми. Поздравить школьников с открытием пришли почетные гости. Депутаты горсовета Лариса Гончарова и Александр Пыш, представители госавтоинспекции, духовенства, сферы образования, ветераны полиции. Музей создан в рамках проекта «Дорога безопасности» партии «Единая Россия». Большое внимание уделяется не только тому, что сейчас существует в области безопасности движения, но и то, что было раньше, потому что без истории нельзя жить дальше. И здорово, что и школьники, я думаю, белгородцы будут приходить сюда, в музей, узнавать что-то новое, давать какие-то интересные истории. Очень важно, что музей открывается на базе школы, а экспонаты находят и пополняют музейный фонд сами ребята, используя возможность расширять, развивать контакты с новыми людьми, людьми интересными, героическими. В прошлом году в 48-й школе впервые в городе и области был создан кадетский класс ГИБДД. Юные инспекторы дорожного движения помогают сотрудникам полиции, призывают водителей соблюдать правила безопасности. Надеемся, что это нравственное воспитание, патриотическое, которое проводится в 48-й школе, оно распространится на другие школы области, и этот музей послужит пропагандой безопасности дорожного движения. Уже на следующей неделе ряды юных инспекторов пополнится учащимися 5-го Б-класса. А значит, помощников у стражи дорожного порядка станет больше. Диана Калединова, Павел Емелин, к этому часу, Белгород.